Привет, бьюти! У нас сегодня снова бьюти-алик, и наконец-таки я могу вам рассказать про массажные штуки для лица, которые я тестила на протяжении последнего месяца, потому что мне было интересно не первое впечатление, а вот имеет ли смысл вообще их заказывать. А у тех, кто смотрел предыдущие ролики, спойлер уже есть, потому что я рассказывала об этом массажере, точнее не рассказывала, а просто сказала, что расскажу. И да, ролик, кстати, был про мои фавориты за последнее время. Но сначала бьюти-маме нужны мани на новые покупочки. А если без шуток, то у AliExpress сейчас идет викторина, в которой вы реально можете выиграть мани на новые покупочки. Всего лишь включаешь викторину в прямом эфире, отвечаешь на 10 вопросов от ведущих, получаешь призы за правильные ответы и, довольный собой, все выигранные мани тратишь на покупки в приложении AliExpress. Всего за месяц будет разыграно 17 миллионов рублей. Учтите, что для того, чтобы принять участие в викторине, нужна самая последняя версия приложения AliExpress. Также по ссылке в описании у меня под роликом вы, мои бьюти, получаете доп. Жизнь для того, чтобы не вылететь во время викторины на каком-нибудь глупом вопросе. Потому что так обычно все и бывает. Также я вам рекомендую подписаться на уведомления от приложения, для того, чтобы не пропускать викторины в назначенное время. Так будет удобнее. Ну и собирайте с собой друзей, семью, да хоть народ на остановке, для того, чтобы увеличить свои шансы на победу. Потому что пока вы тут сидите, кто-то уже в приложении тратит свой выигрыш на покупочки, которые давно хотел. Ну и если в какой-то из игр не повезло, не нужно расстраиваться, потому как можно просто зайти в приложение AliExpress, потрясти телефон, да, потрясти телефон, и получить лавину призов, купонов и бонусов в игре «Мани на кармане». Три разных ролика у нас сегодня будет в ролике. Кек. Два массажных, один из которых я уже пробовала, и один необычный, с иголками, короче говоря. Давайте я, пожалуй, начну с того, который все ждали. Тот, что мой фаворит. Под последним роликом вы просили меня оставить ссылки на то, что я показывала, так что... Окей, теперь я буду внизу кидать ссылки. Под предыдущий ролик я тоже оставила ссылки уже, так что если вы что-то хотели и просили, то вот, можете перейти, посмотреть, внизу в описании будет то, что я заказывала. И под этим роликом я тоже оставлю описание на то, что я в итоге заказала, вот на все вот эти штуки. Итак, это у нас природный розовый кристалл кварца, роликовый массаж лица двойной головкой Жаде. Каменным лицом. Каменным лицом. Против морщин, для похудания, красота, здравоохранение и инструменты. Видимо, заказав эту штуку из Китая, я повысила в России здравоохранение. Профит. Ну и как вы уже поняли, это кварцевый массажер для лица. Я не знаю, на самом деле, насколько он кварцевый. Я в камнях, к сожалению, вообще нифига не разбираюсь. Но он стилизован, как минимум, под кварц. Ну то есть это, судя по всему, какой-то все-таки камень. Да, по звуку тоже. Массажер двухсторонний, и когда я его заказывала, я честно думала, я закажу эту фигню только ради того, чтобы показать что-то бесполезное, что можно купить на AliExpress. Но оказалось, что эта штука капец какая кайфовая вещь. Как только я ее купила, открыла, я не сдержалась. Я уже говорила это в предыдущем ролике, я не сдержалась, я ее открыла, потому что считала, что это полная бредятина. Провела по лицу, и я поняла, как сильно я ошибалась. Из плюсов эта штука реально доставляет кайф лицу. Ясное дело, морщины не разгладит, но это приятно. По утрам убирать припухлость и так далее, вечером расслабить лицо, если был напряженный день. Возможно, это все-таки реально кварц, потому что эта штука постоянно холодная. То есть там, где ее держишь, она нагревается, но очень быстро остывает, и она постоянно холодная. Из минусов, когда она только пришла, она выглядела ровно как на картинке, то есть вот эти штучки были все золотыми, она была потрясающе чистой, розового, красивого цвета. Первое разочарование было, когда я ее всполоснула, то есть я нанесла себе крем на лицо, провела вот так по крему себе приятненько, сделала массаж, увлажнила лицо, мне было очень хорошо, я решила помыть эту штуку под струей воды, чтобы крем убрать. Как только я ее опустила под воду, вот эти вот маленькие уголки сразу почернели. Я вымывала, долго вымывала эту штуку, в принципе вымыла, крутиться хуже он от этого не стал, но по краям, к сожалению, вот остались до сих пор черные следы внутри и снаружи. Второе, что с ним приключилось, это вот это. Нижний маленький ролик, который я использую в области около носа и под глазами, он в какой-то момент просто отсоединился. Ну и третий минус уже показался со временем, я его хранила около раковины, возможно, в этом, конечно, большая сыграла роль, но вот этот весь, все это покрытие, все вот это золото, эти железки, они так ржавели, что ли, я не знаю. Короче, вещь классная, заказывать точно стоит, возможно, стоит ее хранить как-то получше. Как ее мыть, я не знаю, может быть, у другого производителя попадется ролик получше, чем то, что попалось мне, но я точно закажу эту вещь снова. И, может быть, даже прямо сейчас. Еще один массажер похож, я его заказала и не распаковывала, для того, чтобы был хоть какой-то сюрприз для меня в этом видео.
Это ролик уже не из кварца, а из... Как эта штука называется? Роликовый массажер, инструмент для лица, лифтинг кожи натурального нефрита. Роликовый массажер, лицо, шейпер. Камень, терапии, боли, снять, усталость, красота. Вот, эта штука из нефрита. Вот здесь, насколько она из нефрита, я сомневаюсь сильнее, чем в ролике из кварца. Оу, и он сразу развалился. Я вообще даже ни разу не доставала. Чё? Он забинтован, это хорошо, окей, чтобы эти все штуки не поломались. Господи, как он твердый. И он сразу пришел ко мне каким-то засранным. Так, ну короче, сразу могу сказать на ощупь, это не нефрит. Потому что эта штука даже кварц вот этот вот, если это реально кварц, походу это реально он, приятнее на ощупь, чем вот это. Он вообще царапает вот здесь все. Че? Какое хреновое качество, ребят. И внутри он никакой не зеленый, внутри он серый. Так что да, возможно, это просто какой-то долбанный цемент. Черт, я да... Оу, да. И он оставляет белые пятна у меня на руке. Крошку какую-то. 4 человека поставили этой штуке 5 звезд. Ладно, фиг с тем, как он выглядит. Даже, допустим, забьем на то, что он очень косой и сломанный явно. Суть в том, что эта штука массажер. И это все для лица. То есть что-то она должна делать с мышцами. Так что я рискну. Да, если бы он еще крутился, то что-нибудь происходило точно. Блин, это выкинутые 120 рублей. Мне их не жалко, но это просто очень тупо. Такой не очень, вряд ли я буду им пользоваться. Теперь вообще. Ну и на десерт у нас осталась самая крипово-завораживающая штука. Массажер с иголочками. Я давно слышала про эту штуку, что она помогает избавиться, допустим, от шрамов на лице. Они у меня есть, я их показывала еще вот в этом ролике. На сайте эта штука называется роликовый массажер расслабления мышц 360 градусов, роллинг, уход за кожей лица, подъем и массаж против морщин боли А4. Почему А4? Че? Причем здесь А4? Мотоцикл. Там продаются ролики с разной длиной этих иголочек. Я заказала самые минимальные, потому что, я говорю, еще раз, меня пугает эта вещь. У меня иголочки 0,25. Есть также 0,5, 0,75. 1 сантиметр, я так понимаю. 1,5. 2 и 2,5. Массажер сделан офигенно. Он приходит в красивой упаковке. Там классная коробка, картонная, все здорово. Для того, чтобы его было удобно хранить, есть вот такой вот прозрачный кейс. Вот он внутри там лежит, прям как спящая красавица. Сразу могу сказать, если кто-то хочет заказать и попробовать на себе, первое впечатление – это, блин, это тяжело. Это немножко болезненно, это некомфортно, и после этого ощущение жжения. То есть я, допустим, наносила после процедуры крем, который заживляет лицо, потому что мне казалось, что капец, у меня порвалась, блин, кожа. По сути, в этом-то весь и прикол, что он нужен для того, чтобы немножечко повредить кожу, то есть как прополоть ее как грядку, чтобы кожа поднапряглась и начала вырабатывать больше коллагена и, собственно, создавать вам новые слои получше качеством, чем те, которые уже имеются. В этом и задача. То есть мой мозг понимает, что я делаю это для того, чтобы кожа стала лучше, и при этом же мой мозг говорит: «Чё ты делаешь? Ты чё, дура? Ты чё портишь? Ты насильно тыкаешь в себя иголки, ты долбанулась! Нафига?» Последующие процедуры, даже, наверное, где-то с третьей и все остальное, уже не ощущается. Допустим, сейчас я вообще не чувствую боли совершенно на лице. На лбу, да, на лбу я его практически не использовала, у меня нет надобности, у меня все хорошо с кожей здесь. Меня интересовали только эти участки. Я сделаю фотографию моих щек сейчас, там, где у меня есть шрамы, и, к сожалению, я не могу заметить прям разницы, и плюс... Я не то чтобы прям хорошо его использовала. Короче говоря, я не нашла еще пока хорошую сыворотку. Наверное, какую-нибудь дорогую возьму, чтобы она реально работала. Или какой-нибудь крем все-таки потестить. И ежедневно пробовать этот ролик на щеках. И делать какой-нибудь маленький ежедневный или еженедельный фотоотчет. Для того, чтобы видеть прогресс. К слову, если у вас нет шрамов на щеках, но вы хотите больше эффекта от ваших кремов сывороток, все равно можете заказать себе эту вещь. Если вы, скажем так, пропулите грядку, то семена пойдут лучше и глубже туда, в кожу. Крема будет доступ еще к более глубоким слоям лица, кожи. И это здорово. Ну а на сегодня это все. Так что я надеюсь, что вам понравилось такое рода видео. Поставьте лайк, если уже ждете следующие бьюти-новости. По-моему, мне еще не пришла следующая посылка. Так что, возможно, лайки ее ускорят. Нет, конечно, это
Это только чтобы вы поставили лайк, и мне было приятно. Но, возможно, лайки ускорят. Но если вы до сих пор этого не сделали, то не забудьте подписаться на канал и даже жмахнуть на колокольчик для того, чтобы всегда быть в курсе, когда выходят ролики самым первым. И написать, что вы посмотрели ролик первым, если я этого не сделала раньше. Ну а пока, пока, бьюти!